Химках отпраздновали годовщину движения «Паркран». Так называют любительские забеги в городских парках. Проводят их каждую субботу в 17 странах мира. В сентябре прошлого года к проекту присоединились подмосковные химки. Проект «Паркран» объединил химчан всех возрастов. На сегодня их число достигает 300. Самому младшему бегуну исполнилось 4 года, а самому взрослому – 78 лет. Присоединиться к забегу может любой желающий. Для этого нужно прийти в парк имени Льва Толстого в 8:45 по адресу Ленинский проспект 2Б. Зарегистрироваться и распечатать личный штрих-код можно на сайте.